Последние несколько десятков лет слоновья охота была запрещена во многих странах бассейна реки Лансандзян. В 1974 году правительство Таиланда приняло законопроект о запрете такой охоты. Начиная с того времени, Лунмяо перестал охотиться в густых тропических лесах, однако он до сих пор пользуется известностью благодаря своему мастерству в приручении слонов. Лунмяо обучает молодых жителей села этому умению, поэтому это традиционное мастерство до сих пор сохраняется в Сурине. В современном Таиланде множество слонов после дрессировки превращаются в актеров. В селе Слон провинции Сурин находится центр слонов, где слоны выступают перед туристами. В семье самого Лунмяо сегодня содержат 4 слонов, а все его сыновья пошли по стопам отца. В известной туристической местности Паттайя, находящейся в южной части Таиланда, старший сын Лунмяо выступает со слоном своей семьи перед приезжими туристами. Все слоны, а также их укротители в Паттайе, выходцы из Сурина. Иногда они отправляются на гастроли в различные страны мира. В прошлом они жили за счет охоты на слонов. В настоящее время существование слона и укротителя опирается на туризм. В жизни как слонов, так и их укротителей происходят изменения. Ежегодно, когда начинается засушливый сезон, жители провинции Сурин отмечают праздник слона. Все родившиеся в провинции Сурин слоны, несмотря на место их проживания, вместе с хозяевами возвращаются на родину. Чтобы наградить этих путешественников за их труд, местные жители специально для них организовали уникальный в мире слоновий шведский стол. Хотя в прошлом охота племенем Кхой была необыкновенным событием, обычным людям это давалось большим трудом. Походы в тропические леса, выслеживание и охота на диких слонов – подобные картины современным людям уже не встретить.
К счастью, мастер Лун Мяо наконец ответил согласием на нашу просьбу показать традиционную охоту на слона. Это станет памятным событием как для села Слон, так и для всех пожилых мастеров-укротителей слона. Орудия для охоты давно не использовались, поэтому необходимо вновь привести их в порядок. Самым важным орудием является веревка. Слон обладает огромной силой, поэтому для его поимки необходимо использовать очень прочные веревки. Из кожи только трех буйволов получается лишь один комплект веревок, который можно использовать 100 лет. Почти все домашние слоны села Слон принимают участие в данном показе. Некоторые такие слоны играют роль диких. В прошлом племя Кхой совместно с прирученными слонами охотилось на диких слонов. В каждой охоте принимало участие более 50 особей прирученных слонов. С собой необходимо было взять достаточно продовольствия. Каждая подобная охота продолжалась не менее 3 месяцев, иногда до того времени, пока не заканчивались все съестные запасы. Охотничий отряд численностью более 100 человек возглавляет мастер-укротитель. Он определяет направление отряда. Все предки Лун Мяо были мастерами охоты на слонов. Лун Мяо еще с 14-летнего возраста начал принимать участие в подобной охоте. Когда ему перевалило за 30, количество пойманных им диких слонов превысило 40 особей. К 40 годам Лун Мяо было присвоено звание мастера-укротителя слонов. Спустя недолгое время после того, охота на слонов была запрещена. Лун Мяо стал последним мастером-укротителем слонов в Таиланде. Стадо диких слонов часто появляется на краю густого леса, окруженного рекой, так как там существуют достаточные запасы продовольствия и вода. Поэтому именно в таких местностях чаще всего можно встретить стадо диких слонов. Члены охотничьего отряда идут не вместе. Впереди стада идет дозорный слон. После обнаружения диких слонов важнее всего по дыму определить направление ветра. У диких слонов чрезвычайно развито обоняние. Это зачастую спасает диких слонов, которые способны за версту почувствовать принесенный попутным ветром запах охотников и одомашненных ими слонов. После определения направления ветра Лун Мяо, возглавив отряд, начинает идти против него. Они медленно приближаются к стаду диких слонов, одновременно окружая его с обоих сторон. Стада диких слонов очень бдительны. Слоны чрезвычайно чувствительны к окружающей обстановке. Поэтому мастера-укротители слонов, сохраняя осторожность, используют местность и растительный покров для прикрытия. Подобная тактика окружения соплеменников Хой на протяжении сотен лет достигла совершенства.
Перед началом атаки укротители приготавливают орудия в ожидании приказа Лунмяо. Лишь приблизившись на определенное расстояние, Лунмяо отдает приказ об атаке. Начинается нападение. Дикие слоны, численно уступающие одомашненным, разбегаются в разные стороны, а слонихи с маленькими детенышами оказываются разделенными от основного стада. Преследование диких слонов прирученными продолжается долго. Опытные укротители слона знают, что по-настоящему охота начинается лишь тогда, когда у диких слонов истощаются силы. Заарканив петлей ногу слона, веревку приспускают на несколько десятков метров. Захват слона совершается тогда, когда дикий слон выбивается из сил. Подобный традиционный способ охоты не ранит диких слонов, одновременно позволяя одомашненным и их погонщикам оставаться на безопасном расстоянии. Конечно, в прошлом при охоте на дерзких диких слонов в густых лесах порой происходили и стычки между человеком и слоном. Тогда смелость укротителей подвергалась испытанию. В прошествии 30 лет Лунмяо вновь показал себя. История Лунмяо превратилась в бессмертную легенду среди соплеменников Хой. Сишуан-Баньна, провинция Юнань, Китая, обладает самой большой в стране площадью тропических лесов. Заповедник Долины Диких Слонов находится в центре тропического леса, где постоянно проживает около 200 особей диких азиатских слонов. В целях охраны диких азиатских слонов специалисты заповедника постоянно ведут наблюдение за ними. Место, где чаще появляются дикие слоны, находится в бассейне реки Санча, тройной развилок. Регулярное закапывание для диких слонов их любимой пищи, поваренной соли, одна из работ специалистов. Вслед за созданием заповедника Долины Диких Слонов, количество диких слонов, которых в прошлом так редко можно было встретить в этой местности, увеличивается год за годом. С воздуха можно понаблюдать и за действием этих слонов. Долина Диких Слонов является центральным каналом для обменов между дикими азиатскими слонами района Сишуан-Баньна. В этом месте сосредоточены и чаще всего появляются дикие азиатские слоны, живущие на севере субрегиона Большого Меконга.
Это стадо, в которое входит около 20 особей диких слонов, считается одним из самых больших в долине. Специалисты уделяют большое внимание этому стаду, постоянно сопровождая его. Стадо диких слонов – это типичное матриархальное общество. Глава стада – опытная пожилая слониха. Взрослый азиатский слон ежедневно может съедать более 200 килограммов растений. В разное время года лесная пища для слона разная. Ежедневно стадо слонов проходит по лесу в поисках пищи около 10 километров. Кроме того, азиатский слон, который питается вегетарианской пищей, регулярно должен добавлять к себе в рацион немного соли. По предположению специалистов, сегодня стадо слонов должно направиться в бассейн реки Санча, так как специалисты закопали именно там поваренную соль. Дикий слон хорошо запоминает местонахождение пищи. Побывав лишь один раз, он навсегда запоминает такие места. Спустя недолгое время после того, как стадо слонов перешло дорогу, изменилась погода. В сезон дождей ежедневно после полудня идут проливные дожди. После дождя люди обнаружили, что одна слониха, находясь возле дороги, ни на шаг не отходит от одного маленького трупа. Этот детеныш родился, как видимо, несколько дней тому назад. Сезон дождей – время рождения маленьких слонят в местности Сишуаньбаньна. Причем большинство детенышей появляется на свет под дождем. Все новорожденные дикие животные довольно слабые. Новорожденные слонята легко получают инфекции через пуповину. В сезон дождей подобные инфекции смертельны. Возможно, этот маленький слоненок погиб именно из-за этого. В это время неподалеку бродит стадо диких слонов, насчитывающее порядка 20 особей. Специалисты полагают, что эта слониха, а также ее дочь, относятся именно к этому стаду. Слонихи не желают покидать своих детенышей, и эту самку сопровождает маленький детеныш 3-4 лет от роду. Ясно видно, что это мать и дочь. Период беременности у самки продолжается около 2 лет. Среди всех млекопитающих беременность у слонов самая продолжительная, возможно, и самая тяжелая. Мать может бросить своего ребенка лишь в том случае, если это крайне необходимо. Специалисты, не переставая, наблюдают за этой парой слоних, одновременно следя и за стадом. Вечером того же дня стадо диких слонов продолжает бродить поблизости. Они собираются около реки Санча. Так как течение реки на этом участке сравнительно медленное, а на берегах имеется закопанная соль, слоны часто приходят сюда. Дикий азиатский слон обладает чрезвычайной верностью к партнерам, никогда не оставляет оторвавшегося от стада сородича. Стадо слонов останавливается здесь именно по той причине, чтобы подождать отставших слониху и ее дочь. Самое возможное место, где они могут встретиться, должно находиться неподалеку. Ранним утром другого дня специалисты обнаружили, что пара диких слонов появились в густом лесу возле дороги. Мать слониха, пытаясь разбудить своего детеныша, охраняла его целые сутки. Наконец, ей пришлось уйти. А после полудня мать и дочь появились возле реки Санча. Дикие слоны связываются между собой особым методом.
Стадо слонов, остающееся вблизи к лесу, начало призывать этих двух оставших. Стадо специально направило самца на склон горы, откуда последний непрерывно начинает призывать отставших. По сравнению с другими животными тропических лесов, рев дикого азиатского слона считается самым звонким. Иногда его рев слышится за десятки километров. Возможно, опираясь именно на коллективный ум и верность, слонам удалось стать королями лесов. Сегодня дикий азиатский слон является одним из вымирающих видов животных в мире. Всего лишь столетие тому назад в субрегионе Большого Меконга было около миллиона особей диких азиатских слонов. Ныне, по оценке специалистов, осталось меньше 10 тысяч особей. В 1997 году Всемирный союз охраны природы при Организации Объединенных Наций включил азиатского слона в реестр вымирающих видов животных. В провинции Лампанг, находящейся на севере Таиланда, есть центр охраны слонов, где расположена самая большая в мире больница для слонов. Слоны проходят лечение в больнице совершенно бесплатно. Если слон по каким-либо причинам не может обратиться в больницу, то врачи выезжают к ним на места. Врач Ситида работает здесь со дня основания этой больницы. За прошедшие 13 лет он и его коллеги оказали медицинскую помощь более чем 1000 особям слонов. Оказание медицинской помощи слонам – сложная и опасная работа. Для взрослого слона весом около 4-5 тысяч килограммов при получении ранения стопы возникают очень серьезные последствия. В прошлом, если слон получал ранение стопы, то обычно хозяин его бросал. Сегодня же, при получении подобной травмы, слоны имеют шанс на выздоровление. Каждую неделю врач Ситида посещает больных слонов на дому. Он отправляется в специальное учреждение, находящееся в 80 километров от провинции Лампанг, где содержатся пожилые слоны. Здесь сосредоточены пожилые и слоны-инвалиды со всех уголков Таиланда. Это первый в мире дом престарелых для слонов. Пожилые слоны часто страдают болезнями желудка. Врачи лечат их местными лекарственными травами. Этот традиционный метод очень эффективен. Ау.
Be careful. La Yu Chang. Как и люди, старые слоны также болеют катарактой. Эта болезнь часто встречается у слонов. Методы лечения катаракты у слонов и людей очень схожи. Врач Ситида прилагает все возможные усилия, чтобы мир в глазах слонов снова стал светлым. Последние годы жизни дикого азиатского слона очень печальны. Старый слон, покидая стадо, уходит вглубь лесов, ожидая конца своей судьбы. В слоновьем доме престарелых люди тщательно ухаживают за ними. Тайцы верят, что у каждого слона есть душа. После кончины они избавятся от мучений в потустороннем мире. Здесь хоронят умерших слонов. Слон – это сухопутное животное с самых больших размеров. После кончины он превратится в глинистую почву и таким образом вновь возвратится на вырастившую его землю. Отрадно, что в этом году в провинции Сурин родились 4 маленьких слоника. Эта цифра больше, чем предыдущие годы. Каждый год во время празднования праздника слона новорожденным слоникам выдают свидетельство о рождении. Каждый новорожденный слон считается очень драгоценным. Мать слониха также получает премию – корзинку фруктов. Новорожденный слон символизирует собой надежду на будущее. В целях продолжения и развития традиционной культуры, связанной со слонами, провинция Сурин разработала программу по призванию слонов, которая обитает в других краях.